Приветствую всех. В общем, какая ситуация? Вчера поехал на дачу и с дуру залез в грязь. Попробовал выехать, выехать не получилось. Приехал знакомый и вытащил с грязи уже на Ниве. Хорошо, хоть недалеко залез. В общем, и после того, как позвал, пробовал выехать, начало что-то греметь в голове. Ну вот сейчас буду скрывать и смотреть, в чем же причина. Ну что, поднял я крышку клапанов и увидел вот такую вот картину. Как видите, слетела пружина. Почему она слетела, неизвестно. На остальных нормально, на всех. А тут на втором клапане, получается, слетела. Точнее, на рокере. Ну что, думаю, сейчас поставлю все на место. Свеженькую прокладку. Соберу, и все будет хорошо. Но вы не представляете, такой грохот стоял, как там, я не знаю, что-то оторвало. В общем, хотел поставить пружинку на место. Ставлю, а она болтается. В общем, она подрастянулась, поехал, новые взял. Видите, насколько она растянулась? Это две слева новые, это старая. И еще на одном. Рокере не нравится, заменю. Сразу не досмотрел, еще был отпущен регулировочный винт, поэтому и пружина соскочила, но и пружина была уже слабая. А почему открутился, вот это я уже не знаю. Регулировал клапана в том году, ну затягивал прям хорошо все, протягивалось. Выкрутил его, резьба нигде не потянута, все крутится, все нормально. Так что сейчас ставлю все на место и пробую запускать.